ошибку полицейского, знаешь? Мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот... В общем, остановили человека на копейке. И сейчас хотят выписать пацанову за призывники. Но это уже маразм кончил. 24.01.18. Рассматривается дело относительно. Документы верните. Не сейчас, я говорю, верните документы. Я говорю, верните документы. Снимайте со стороны. Забери документы вот так вот, возьми в руки, положи в карман и все. Не, можно, чтобы я их... Нет, еще рано. До документов мы еще дойдем. Вы просто доколебались до призывников. Пацаны, вы что, вообще уже головой не дружите? Ну вот скажи, ты чисто залез на залупу? Совершенно нет. Давайте вы... Да это копейка, можно ты что прикалываешься? Ты у него объяснение взял? Можно я скажу? Ну скажи. Вы сейчас снимаете, давайте вы со стороны поснимаете. Я да я не могу, я не могу просто снимать, когда ты дичь ему будешь стирать. Ты тупую будешь дичь стирать. Ты объяснение, дал ему листик объяснения. Человек тебе написал, а может у него только что оборвались. Он въехал в сугроб и оторвались. Ему что, нужно было их приклеить? Давайте сейчас начнем рассмотрение. Давайте начнем. Просто это по крысе получается. За ремень ты ему... Он за ремень тебе еще применял что-то? Ну, без ремня. А ты уверен, что он без ремня ехал? Вот железно ты вот уверен. Железно без призывников человек. Да железо, я говорю, он мог потерять их по дороге. Может? Вот что скажи, может? Невозможно. Ну так давай по-нормальному, а не по... Я уже задолбался материться, понимаешь? Смотрите, 9.59, плановая 16, улиц, город Харьков. Рассматривается дело, фамилия, имя, отчество. Да его просто Антон зовут и все. Этого достаточно. Я с человеком говорю. Фамилия вам не нужна. Я понял. Рассматривается дело в том, что вы двигались по улице плавно, без отсутствовали у вас задние призывники. Видео вот сейчас можем вам предоставить. А при этом подожди, по 251 подожди до видео. Я с человеком. Слушай, я тебе говорю, ты ему передаешь. Пусть тебе ты устно заявишь свое пояснение о том, что ты. Когда выезжал из дому, у тебя все было в порядке? Ну, с области выезжал, потому что там сейчас снега по самой яйце. Когда ты делал развороты, там, ну, я не знаю, что там ты делал. На цепях выезжал, цепи могли оборвать. Ну, могу показать цепи. Ты ему мог пояснить вот это? Он тебя выслушал по-нормальному? Нет. По-быстрому. По-быстрому, конечно, ему же надо... терпилу найти, которому выпишет постанову за призовик и за ремень. У вас ремень. Ну, ладно, ты сказал бы, он на красный проехал, я бы еще как-то промолчал. А было когда я говорю, чем ты останавливаешь, ты говоришь, спец маячками. У тебя даже разрешения на него нет. Конечно, он тебе устно дал уже пояснение. Письменно. Да зачем ему письменно? Он может и так дать. Что просмотреть? Как он двигался? Он об этом не знал. Чтоб ты понимал. Он об этом не знал. В ходе остановки ты ему уже подошел и сказал. Он об этом не знал. Он не мог знать. Потому что это сзади находится. А не впереди на лобовом стекле дворники, которые отпали. Надо же было как-то где-то остановился. Все равно где-то останавливался. Нет. Я ехал в деревню, вот вы меня остановили. Понимаешь? Области, призовик это... Ну, Подмосковская область. То есть я проезжал там и через пост ГАИ, то есть и... Все было четко, красиво. Получается, тоже сотрудники ДПС, то есть, ну, все было нормально. ДПС, нормально? Да. Всего доброго. Все счастливо, хорошего. Инспектор, представьтесь для начала, я хочу узнать своих героев. И вы подойдите, пожалуйста, сюда. Я первый раз, вы меня не вывели, когда я не заматерился. Я еще не заматерился вас еще раз. А как это вы? А что я... Как... Я слышал. А какой я вам фразу... Не, ну не мне вообще. Смотрите, пожалуйста. Ну, я знаю. Анна Друзский, правильно я говорю? Анна Друзский, Роман Александрович. Роман Александрович. 3-0-37-47. Отлично.
Панчишный, правильно? Да, Панчишный. Артем Александрович. Роман, приедь, я вас попрошу рассматривать, как полагается дело, а не просто взять, нет брезовиков, посмотрите видео. Поверьте, вот это видео на вашей бодикамере, оно, если я зацеплюсь, оно у вас не зайдет. Хорошо. Я вас услышал. В прежде очередь вы должны быть человеком. Я вас услышал. Человеком. А потом полицей. Я вас услышал. Все, всем благо. Вам так же. Сделай маленький комментарий. Пойдем в сторону. Шоке, конечно, с этих полицейских, в основном, по беспределу. Он просто был в шоке. Зачем ты документы дал? Да он просто начал сразу как бы меня прикрепить, говорю, здравствуйте, там туда-сюда. Нет. Вас остановили, я говорю, ну, на каком основании? У вас, ну, для проверки, то есть он даже сначала не сказал, то есть я ему дал документы, то есть, ну, как всегда это происходит. Я говорю, все в порядке, я говорю, страховка есть, все документы в порядке. Ну, то есть ты ехал, вообще ничего не нарушал, все нет, красиво. Нет, ехал тут вот сколько, тут пробка была, получается, я ехал сколько, километров 40, наверное. Mm-hmm. Смотрю, включили спецсигналы. Я качу дальше, смотрю опять, вив-вив начинает, я в сторону, они останавливаются, здравствуйте, документы ваши, я даю документы, отдал документы, мне говорят, а у вас брызговиков нету, я говорю, ребята, говорю, это копейка. А они тебя нюхали? Нет. Говорит, это типа копейка, я говорю, какие брызговики, говорю, вот какой машины, говорю, вы понимаете, а вы еще не пристегнуты, я говорю, подождите, говорю, при чем, говорю, брызговики пристегнулись, то есть, ну, по полному беспределу, ребята, короче, выступили. Говорит, ну давай мы тебе штраф выпишем за ремень. А, давай выпишем штраф за ремень. Да, просто да. Вот так вот, да? И все. Ребята беспредел. Ну, короче, немножко они встрались у них. Да, 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 да. Потому что они сами понимают, что ну реально они по беспределу. Так что спасибо вам. За то, что давай, подписывайся на канал, называется Водошарка. Водошарка. Хорошо. Понял. Все. Там есть чат у нас в Телеграме. Называется «Надзор Харьков», это наш чат. А, понял? Да, «Водос Харьков», ну ты напишешь там «Водос Харьков», неважно. А, «Водос Харьков». Да. Хорошо. В общем, друзья, я еду дальше, и впредь очень вас попрошу, ну не будьте терпилами, ребят, ну не будьте. А полицейский, оставайся человеком, а потом полицейским. Ран, все, всем пока. Ран, Вася, ран, не оставь шанса мусорам. Ран, Вася, ран.